За что вы задержаны? За то, что пикетировала против вырубки леса. Где проводили пикетирование? В местах вырубки леса, возле деревни Белое Болото. С кем? С сожителем. Что побудило вас выходить на несанкционированное массовое мероприятие? То, что леса вырубают и не засаживают. Под какими флагами вы выходили на несанкционированное массовое мероприятие? Мы использовали все возможные символы. У нас был красно-зеленый флаг государственный, на фоне которого я сейчас говорю, и белый-красно-белый. 12 мая суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на 2900 рублей. Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти –